Значит, доброго времени суток, друзья. С вами Тимур. И сегодня мы начинаем играть в игру Сталкер Тень Чернобыля. Но не в чистый Сталкер, а Сталкер вместе с модом Freeplay. Freeplay добавляет вам возможность выбрать одну из группировок, играть за нее, выполнять за нее побочные квесты и прочее. Я выбрал группировку Монолит, так как она считается одной из самых сильных группировок в зоне. Ну и она мне всегда нравилась своей экипировкой, оружием. Значит, мы начали за Монолит. Начальное снаряжение — это АС Вал, комбинезон Монолита, насколько я помню, три аптечки, 4 перевязочных бинта, 5 антирадиационных препаратов и пистолет с патронами. И пойдем. О, наш падший брат, прости, а у тебя ничего нет. Еще, парни, все хорошо, да? Ну ладно, я не буду мешать, пожалуй, может, я смогу с тобой поговорить. Ну, ладно, ух, парень, привет. Петь как курильщик, нет. Если нам не дают квесты, то мы найдем их сами по себе. Так, насколько я знаю, это на Припять, ой, на ЧАЭС, а это у нас на радар. И мы пойдем на радар. Так, аккуратно. Господи, кажется, здесь много аномалий. Мы движем в неправильную сторону, нам вон туда надо. Ах, как же давно я не играл в Сталкер. Так. Прыжки. Боже мой, почему добавили эти прыжки? Может быть, сила Монолита такие прыжки добавляет. Но, если честно, они мне начинают нравиться. Хотя это неправильно. Так, радиация у нас, ну ничего. Мы же Монолит, ведь. О, родной, не-не-не-не, аномалия. Прости меня. Боже мой, нет, с такими прыжками никакой игры. О, вертолет упавший. Да ладно! В общем, сейчас поведу вам одну историю. Мне этот вертолет навеял ее. Когда я был еще маленьким школьничком, который просит денежек у мамы, я пошел в магазин. Магазин компьютерных игр в моем городе. Где я на прилавках нашел Сталкер Зона поражения, вроде бы так называлась эта игра. Ну, точнее, это модификация к Сталкеру, но там была как бы игра вместе с установленным модом. Я, не задумываясь, купил тогда Сталкер, это же круто, блин, надо купить. Купил Сталкер и, естественно, придя домой, установив игру, запустив, я начал свое продвижение в клуб Припяти. Да-да, там начинаешь именно в самой Припяти. Вот этот вертолет мне навеял, по-моему, ты появляешься возле него. Топаешь через жарко. Ой-ой-ой, опасно. Ладно, пока что у нас что, кровотечение? Ладно, используем. Сохраняться в этой игре или можно, или нельзя. Ага, тут перестрелка. Перестрелка, парни. Ну, вроде не ясно, ничего интересного, чего мне не можете добавить. Пожалуйста, кто-нибудь. Так, тут монолитовцы, тут мои братья, братишки. Что торговать? Я с у тебя могу... Боже мой, что это с лицом? Так вот, продолжаю мой офигительный рассказ. И я начал отсюда, я помню, как это было сложно, потому что у тебя был, по-моему, один нож, ты толком ничего не мог сделать, а вокруг тебя тонна и тонна монолитовцев, которые убивают тебя с одной или с двух пуль. Вот. Но все-таки тогда я особо не втыкал во все эти прелести сюжета и просто играл как в обычную игру. Мы держим свой путь на радар. Там сейчас, думаю, может быть, найдем что-то годное. Так, это противник. Да ладно! Это мне противник. Я же монолитовец, да, получается? Да ладно! Значит, все, кто... Тут враги. Ну ладно, чё, гасим неверных. Да умри ты, падла. Да, айсвал без оптики — это очень-очень плохо. Парень, у тебя айсвал? Неплохо. Родной. Да, Пашка мрачный, это мастер-одиночка. Прости, парень, пожалуйста. На самом деле, я люблю одиночек, но так как я монолитовец, и ты мне противник, мне пришлось тебя угандошить. Да, господи, как же здесь все напоминает мне
Не понял, не понял, не понял я. Так, что это было? Блять, радиация. А, это монолит. Это мой друг. Так, родной, ты меня, конечно, извини, но тебе это не понадобится. Я думаю, опа-на, ученый, опа-на. Ох, какие... Так, мы сохраняемся. Ой-ой-ой, мы еще раз сохраняемся. Брат, спаси меня. Так, дайте мне туда залезть. Вот, сюда. Опа, паркур. Паркур. Мы бежим. Кто по мне стрелял? Ух ты, ёпта. Так, это ученый. Я не понял. Ты на кого бочку катишь, а, неверный? Ух, ёпта, он мне снес. Надо бы иногда поглядывать. О, какая у меня большая доза радиации. Так, все, по идее, сейчас должно быть все за чепончик вообще. И куда-то он свалил. Свалил этот говномес. Кто с кем перестреливается? Кот стреляешь? Так, говномес, куда ты ушел? А, вот он ты. Готов, готов, тепленький. Так, аккуратно, аккуратно. Блять. Не умею аккуратно работать, но тем не менее... О, калашик. О, артефакт. О, родной. О, это хорошо, это хорошо. Так, что у нас там? Спрятанный ящичек. Опа-на. За чепончик вообще. Ладно, мы продолжаем наше путешествие, и мы движемся на... Пошлите к Сидоровичу. Такие, привет, Сидорович, я к тебе с центра зоны. О, ёперный. Нихера себе, это что, блядь, за собака такая? О-о-о, уйди от меня! Уйди нахер! Так, надо бы сделать что-то потише звук, он и так стоит. А, ага. Ясно. Вот, и сейчас мы продолжаем играть. Мы перешли на армейские склады. На радаре я там пошастал. В общем, так, ага. Иди-ка ты нахер. Иди-ка ты в попку. Так, мы забираем. Мы будем забирать все. Мы монолитовец Еврей Сидорович. Монолитовец Еврей Сидорович. Сидорович, блядь, Сидорович, потому что я сказал это еще на записи, которую я удалил. Так как я думаю, я нашел, чем я буду заниматься в зоне. Блядь, я стану торговцем. Я стану первым торговцем у монолитовцев. Но в то же время я буду евреем. Потому что я буду просить немало сумму за стволы. Ладно, я шучу. А, так, ага, у нас есть противник, который находится на 12 часов от нас. Ну, возможно, на час. Так. Ух, нихуя себе! Парниша, родной мой. Полегче. Слышь, я... Да ты охерел. Сдохни. Говно собачье. Да ты... Ты... Я покойник, блядь, парень. Я не хотел бы тебя разочаровывать. Блядь, дай мне ствол. Ствол мне дай. А нахуй мне стволы? Я же их продавать не могу. Блядь. Ох, как же все тут запущено. О-о-о. Полегче, полегче, прости меня. О, ПСО, ура, мы нашли оптику. Мы нашли оптику. Я должен сохранить игру. В такие радостные моменты я должен сохраняться. Так, мужик, я тебя не трогаю. Послушай, я человек не конфликтный. Мне это дело все не надо. Мне просто надо подойти. Блять, да я ж просил тебя, ну не надо. Ну что ж ты, ну что ж ты, ну, ну видишь же то, что я тебя не трогаю. Ну почему ты лезешь, а? Ну что же ты лезешь-то ко мне? Кстати, такое ощущение, что я могу вмещать бесконечное количество оружия и патрон. Если это так, то модификация, ну блин, на самом деле не очень модификация, так как... Ну, конечно, это классно бегать по зоне во фриплее и делать все, что тебе захочется. Но все же хотелось бы хоть какие-то квесты. Так, ладно. Мы открутим оптику от нашего калаша. И прикрутим ее на наш айсвал. Блять, пожалуйста, прикрутись. Не, ну это не серьезно, да? Мля. Хер с тобой. Мы идем. Так, насколько я помню, там была база свободы. И мы идем туда. Ой, господи, какой свободы. Долго, долго. Поэтому мы
Аккуратненько так. Осторожно. Идем. О, анекдоты. Стелс. Блять. Ну, ребят, ну анекдот же был. Ну интересно. Ну что вы сразу же начинаете? А нихера, здесь свобода сидит, я был прав. Охереть, как я тебя убил? Да ладно. А, тебе нормально, да? Ну ладно. Че? Я тут как бы твоих друзей убил. Не? Не, ну я не против, в чем? Нет, все равно. Я человек не конфликтный. Я заберу, пожалуй. А, я заберу, блять, сколько у меня уже оружия, охуеть. Ебать, да я точно нахуй оружейный барон, я буду его сплавлять, только кому я буду его сплавлять? А, стоп, насколько я помню, здесь кровосось. Блять, точняк, тут кровососы. Чё-то как-то... Чё-то вот вообще никак просто. А-а-а, думаешь, я тебя не замечу, да? Думаешь, я тебя не замечу? О, а вот твои щупальчики я сбагрю кому-нибудь. Блять, тут еще один. Серьезно? Вы что тут плодите? А, брат Монолит! Так, у меня немножко пролагал FPS. А ну отстань. А ну отстань от меня, неубиваемый. Нехороший ты человек. Какой же ты нехороший. Так, почему я не могу бежать? Потому что мне надо вбахнуть немножечко. О, вот теперь вообще, вот теперь ништяк, ага. Мы не можем его облутать, и мы опять не можем бежать. Возможно, у нас перевес. Да, у нас, фу, нихуя, у нас перевес. Да иди нахер, да нахер ты, блять, иди отсюда. Нет. Блять. Мама мия. Охуеть. Так, эмочка. Охуеть, надо сохраниться. Мама. Фух, это было, конечно... Это было опасно, опасно. Ага, тут два свободовца. Опять же, патроны, ствол. Ну, я человек дом. Я человек, который любит денежки. Я еврей. Шучу, я не еврей. Теперь мне надо найти кого-нибудь из торговцев. Это что у нас? Чучело, тайник. Тимка Чапай, тайник. А, тайники теперь вот так вот показываются, значит, да? А, все мне с вами ясно. Все мне с вами ясно, дорогие друзья. Так, перезарядимся. И продолжим наш путь. Вообще, вот я сейчас, дайте я где-нибудь сяду. Надеюсь, тут не будет противников. Здесь мне никто не помешает. Нет, иди-ка ты нахер, а, блядь. Чё-то я такого в основной... Не понял. О, боже мой. О, боже мой. Охереть. Парень, все хорошо? Нет, все очень плохо. Тут монолит. И солдаты мертвые. Ладно, так. Ух, ебать! Да иди-ка ты нахуй, а, слушай. Блядь, затрахали эти кровососы. Откуда у вас столько здесь? Вы что там плодитесь, а? Ладно. Давайте-ка зададимся вопросом. В чем мой смысл жизни? В чем мой смысл существования? Точно. Защищать всех неверных от монолита. Но я должен это делать в Припяти, а не... Ладно. Надеюсь, военные сильно удивятся, когда на кордон придет один монолитовец и расхуярит их всех. Моя тактика безупречна. Так, куда нам? Куда? Так, дикая территория. Так, мы ща пойдем, знаете куда? Мы ща пойдем в бар. Какие мы нехорошие. Туда. Что у нас там? Там ничего у нас нет. Это выход у нас в темную долину. Долина, темная долина. Та-ра-та-та-та-та.
Так. Что-то у меня... Что? Откуда, блядь, тут радиация? Блядь, точняк, парень, не, я не конфликтный. Вы слишком истощены, чтобы двигаться, мне придется отбиваться. Умри, неверный. Окей, у меня дохуя стволов. Все будет хорошо. Надо скушать колбаски. И зачем я ее съел? Я не знаю. Так, ладно. Все хорошо. Сейчас мы убьем этого неверного. Каждый падет, кто посягнул на верность. Блять, что? Я хуй знает сам. Так. А ну-ка иди сюда, родной. Я знаю, ты где-то тут. Ага, попался. Попался. Ха-ха-ха. Да, так, получай. Я не хотел этого. Ох, родной мой, нихуя у тебя тут ствол. О-о-о, парни, мы в шоколаде. Я не знаю, как такое количество со собой таскает монолитовец, за которого мы играем. Но хрен с ним, чё, хрен с ним. Ладно, что же. Я присяду тут. И думаю, на сегодня мы закончим. Спасибо за то, что смотрели это видео, досмотрели его до конца. Я думаю, немногие это сделают. Но все же, если вы досмотрели его, то спасибо вам огромное. Не забывайте подписываться, ставить лайк. И пока-пока-пока, ребят. Всем удачи.